не указывали заработок родственников в декларациях о доходах. Это самое частое нарушение, которое в 2017 году выявляла региональная прокуратура при проверке имущественного положения чиновников. Служители ФЕМИДа изучили данные, которые предоставили 3000 муниципальных и государственных служащих. Помимо доходов, чиновники должны были отчитаться об имуществе своих семей и банковских счетах. Выявлено 1379 недостоверных сведений. В результате 5 человек лишились работы в связи с утратой доверия. Наиболее часто нарушения встречались в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, а также в Красноярском, Ставропольском и Сызранском районах. К примеру, в областном центре 2 депутата Красноглинского района не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе. А их коллега из промышленного района при оформлении декларации забыл про 2,5 миллиона рублей, лежащих на счетах его семьи. Информация о нарушениях передана для ознакомления главе региона. Данные нарушения допущены: 476 нарушений муниципальными служащими, 455 федеральными и государственными служащими, 170 лицами, занимающими муниципальные должности, 119 государственными гражданскими служащими Самарской области, 4 лицами, замещающими госдолжности субъекта, и 155 иными должностными лицами.